Главный трофей чемпионата мира по футболу прибыл в Москву. Золотой кубок весом более 6 килограммов побывал в 50 странах, а после в 24 городах России. И вот он в столице, где пройдет и стартовый матч Мундиаля. Звездным гостем церемонии стал немецкий футболист Лотар Маттеус. Он побил рекорд, сыграл 25 матчей в финальной стадии первенств планеты. После торжественной части кубок выставили в парке Горького. И уже сейчас все посетители имеют возможность сфотографироваться с трофеем. Напомню, до чемпионата осталось меньше 2 недель. Он пройдет в 11 российских городах. Свои силы первыми испытают хозяева поля и сборная Саудовской Аравии. Москва – спортивная столица. Мы принимали Олимпийские игры. Десятки чемпионатов мира по различным видам спорта.